Итак, сегодня 12 июля, время 9:42. Проснулись мы в Улан-Удэ, в центре города, возле Мемориала Победы, Вечный огонь. Вот такой вот памятник. Погода немного наладилась, дождя нет, облачно. Вчера мы ехали под ливнем. Читу так вообще смыло. Один из районов Читы очень сильно пострадал от наводнения. Ночью вечером приехали, здесь работали фонтаны, сейчас фонтаны не работают. Очень красивое, конечно, место, пейзажи вокруг Улан-Удэ, горы, холмы, красивые дороги. Идем посмотрим город и после обеда выдвигаемся в сторону Байкала. Очень интересно, Вечный огонь. Вот здесь вот такая плита, за которой хранится книга памяти с именами воинов из Бурятии, погибших в Великой Отечественной войне. Очень интересная архитектура с национальными мотивами. В виде шапочки бурятской, не знаю уж как это треугольная шапочка называется, национальная. Вот так выглядит центр города. В Улан-Удэ есть улица Профсоюзная, а мы сейчас идем по непонятно какой улице. Как всегда, в таких городах мало указателей. Вот такие вот красивые виды открываются периодически. Расположен на холмах город. Бурятская государственная филармония. Театр оперы и балета Бурятии.
В Улан-Удэ находится самый большой в мире памятник вождю мирового пролетариата. 8-метровый, 42 тонны, занесен в рекорду, в книгу рекордов Гиннесса. Вот этот вот памятник. Действительно, черты лица имеют немного бурятский оттенок, мне кажется. Вот он, нулевой километр, автодорог Бурятия. Пятиэтажечки с очень красивым орнаментом по торцам здания. Идем мы по одной из самых больших улиц города. Вот эти вот магазины Абсолют, что-то типа нашего метро, Cash and Carry. Триумфальная арка, Царские ворота. Дар городу Улан-Удэ, 340-летию города. Идем мы по направлению к площади Революции. И к местной улице а-ля Арбат. Возле здания Сбербанка вот такой вот памятник купцу Евсей Лукич, верхнеудинский купец. В его руках сундук со сбережениями. Чтобы притянуть финансовую удачу, потрите замок со словами: что в сундуке, то у меня на сберегательном счете. Так, что у нас с сундучком? Сундучок и замочек со знаком Сбербанка затер. И у него тут интересное колечко. Улица Ленина, пешеходная улица Улан-Удэ. Местный Арбат. Союз. Атланты поддерживают крышу Буркова Союза. Бурятский республиканский союз потребителей. Почему-то мне это здание напомнило 1907 года. Это здание напомнило произведение «12 стульев».
Здание Буркообсоюза, в котором в 17-20-е годы вела работу подпольная организация большевиков. Голуби не боятся. Привыкшие. Работают эвакуаторы в центре города. Очень красивая перспектива на Триумфальную арку. Памятник Чехову. Музей истории города Улан-Удэ располагается вот в таком старом здании в срубе. Очень много бедных, нищих в городе. Не скажу даже, что прям такой же вал нищих в Москве. Вот такой вот еще один красивый памятник. Революции перед нами памятник борцам, павшим за коммунизм. Гостиный двор. А это у нас Александровский сад на Гостинодворской площади. На площади вот такой вот очень интересный памятник. Белек, подарок. Скульптурная композиция «Подарок». Улан-Удэ. Одно из мест, куда приезжают, видимо, свадьбы. Дари. Не знаю, что это означает. В переводе. Извините, пожалуйста, а что значит «дари»? Сюда со свадьбы приезжают, да? Да. А в молитве это что означает? Не знаете? В молитве. В молитве это спасительница. Спасительница? А, может быть. Может быть, да. Да? Дари спасительница. Может быть, да. Любовь. Может быть, да. Спасибо большое. Буддийская община Дуган Мандала. Старые деревянные массивные ставни, которые на ночь закрываются. В таком доме мы ночевали в Ростове-на-Дону, и на ночь ставни затворяли, утром их отворяли.
дворы. В домах сохранилось печное отопление. Вот я смотрю, топят печь. Улица Соборная. Каждый дом на этой площади является памятником архитектуры регионального значения. Табличка возле каждого дома. Храм напоминает оплывшую свечку. Очень красивый храм. Интересный такой. Вот это более классический вариант. А вот здесь, конечно, он выглядит оригинально. Не пойму, в чем, но прям вот, как будто капельки застывшего воска стекают от креста вниз. Это, видимо, нижний храм, потому что вот я видела люстру, висящую Да, двухэтажная церковь. Настоятель благословляет. Получили мы с Андреем благословение на наше путешествие. Очень много народу, закончилась служба. С
свечи. Здесь раздаются на подаяние, нет никакой цены, ну, как бы условно. Если у кого нет денег, то, соответственно, можно брать, как получится. Включили фонтаны на площади возле мемориала. Фонтан в виде звезды.